Завершено уголовное расследование по делу руководителя Забайкальской топливно-энергетической компании Андрея Юдаева, бывших министров финансов и территориального развития Забайкалья Марины Кирилловой и Виктора Пазникова, а также директора фонда развития края Евгения Степанова. Им выдвинуто обвинение в сокрытии средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и страховых взносов. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета. На имущество обвиняемых наложен арест, а дело направлено в прокуратуру для утверждения заключения и дальнейшей передачи в суд. Исполняющий обязанности руководителя администрации губернатора Забайкалья Алексей Казаков заявил, что исполняющие обязанности вице-премьеров Инны Щеглова и Татьяна Цимпилова, не прошедшие согласование в ЗАГС собрании, продолжат свою работу. Депутаты ЗАГСобра согласовали накануне только кандидатуру первого вице-премьера Андрея Кефера. За Щеглову проголосовали 24 депутата, за Цимпилову 18. При этом кандидатуру Цимпиловой предлагалось снять, поскольку она не прошла согласование во всех комитетах. Экс-руководитель службы единого заказчика Забайкальского края Павел Рогалев в феврале назначен руководителем управления автомобильных дорог Амурской области. Об этом сообщается на сайте сервиса «Контрфокус». По данным сервиса, Рогалев стал возглавлять государственное казенное учреждение 10 февраля. Предыдущий начальник ушел с поста в декабре 2020 года. Государственная дума приняла закон о штрафах за незаконную агитацию на выборах. Для граждан наказание за агитацию в день тишины и в запрещенных местах вырастут с нынешних 1500 до 20. Кроме того, закон позволяет привлечь к ответственности за изготовление агитационных материалов с нарушениями закона о выборах, а также за размещение их без разрешения собственников площадок.